Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Александр Дружинин, канал «Да, охотник». А меня зовут Станислав, и я представляю канал «Чок-чок». И сегодня мы вам продолжим рассказывать про наши новинки. А конкретно сегодня на отстреле будет линейка Global Plus, устройство Super Long. И так как уже по традиции вы знаете, Стас у нас разработчик, он это все придумал, его эта идея, он нам по традиции, как я уже говорил, будет рассказывать. Стас, что это такое? Смотрите, линеечка Global, мы вам уже Short Range показывали, короткий отстрел. Global Plus отличается от линейки Global длиной стабилизатора в основном и другими настройками конуса. То есть два отличия. Тут конуса по погибам совсем другие и стабилизатор длиной на полдюйма длиннее. Вот, значит, и, соответственно, конуса здесь менее тугие. То есть, если, допустим, в линейке там Global на дюймовом стабилизаторе будет там Long, ну, к примеру, это 0,7 мм, да, то в нашем случае Super Long будет 0,7, а Long будет составлять 0,55 мм. Почему? Потому что чем длиннее стабилизатор, тем время воздействия пневматической системы Global на концентрацию снаряда, естественно, то есть будет пролонгировано. А раз оно будет пролонгировано, соответственно, и концентрация будет выше при минимальных конусах. Поэтому вот здесь вот так вот все сделано. Ну и опять же, еще для чего линейка Global создана? Она создана для условий, когда, допустим, короткие стволы, или когда нужно пролонгировать там при определенных качествах боеприпасов там, значит, выстрел свой и так далее. Ну, то есть там мы об этом поговорим уже чуть позже. Ну, то есть когда мы будем конкретно детально ее отстреливать, там будем это все объяснять, показывать. На сегодняшний день у нас просто технические отстрелы, которые поступило предложение снять и показать вам. То есть вы их, в принципе, даже не должны были видеть. Вот, поэтому на сегодняшний день, значит, постреляем. И Global Plus мы тоже для вас, не путайте с Global Pro. Global Pro и Global Plus и Global — это совершенно три разные направления вот именно наших разработок по пневматическим системам. Поэтому они, ну, будут разные совершенно. Да, но об этом мы вам расскажем поподробнее, чтобы вы не путались и понимали, да. Да. Ну а пока просто встречайте Global Plus, Super Long. Да. Сейчас отстреляем на всех дистанциях, обо всем будем рассказывать по ходу, и выводы, как обычно, будем делать уже у мишени. Да, ну надо понимать, что здесь Super Long — это всего 0,7 конус, этого достаточно. Начнем мы с 35 метров. Будет у нас тройка в контейнере и пятерка в контейнере. 32 грамма, все фетер. В левую стрельнем тройкой. Ну, патроны я уже озвучил. Погнали. Так, ну смотрите, представляю вам наши почти финальные разработки по Global Plus. Вот, не путайте ее с Global Pro. Global Pro там будет еще чуть сложнее в исполнении системы. Очень прогрессивная на сегодняшний день. Ну просто круто. Вот. А это у нас Global Plus, то есть удлиненный стабилизатор, воздействие пневматической системы пролонгировано на, значит, на, ну, действие самой системы. То есть получается, если у вас, допустим, 25 миллиметров стабилизатор, у вас одно действие. Если у вас 33, как на Global Plus, то есть у Global Plus это плюс 8 миллиметров, значит, пролонгировано действие пневматической системы по прохождению снаряда. Ну и соответственно при 0,7 конусе степень концентрации получается и равномерность, то есть сами, ну, самого боя, ну она вот она вся, ну, налицо. Да, то есть это у нас дробь номер 5, ну тут 100% дроби,
Я так даже не считал, округлил просто. Вот. И здесь это номер 3 в контейнере. Фетр 32 грамма тройка и фетр 32 грамма пятерка. Не, ну вот он очевидно, все, то есть все ровненько, все красиво. То есть я сначала еще отмеряю, думаю, ну все красиво, круто. Что, дроби, говорит, мало пришло. А дроби-то чуть-чуть мало. Да, потом говорит, это тройка. И я такой, да ёв, а я считаю, ну так все красиво, 125. А что так мало-то, не понял. Ну так если больше нету. Не, ну очень круто. Тут на самом деле. Сейчас еще троечками. Тут смотри, сколько? Ну 65, наверное, да? Круг. Ну. Вообще. Ну предлагаю еще пятерка без контейнера и тройка без контейнера стрельнуть. Посмотреть, как будет работать БК. 35 метров. Продолжаем, друзья. 35 метров стреляет Стас. Ну также вот фетр, тройка, пятерка, БК 32 грамма. Обычные боеприпасы. Давай которые... тройку в левую стреляй. Ты быстрее меня вводишь. А ты вправо. Мне вообще удобнее стрелять пятерку влево, а тройку вправо. Я как-то так привык уже, что давай. Мелкие. Влево пятерочку стрельну. Большому счету по выстрелам сами все видите, на улице на сегодняшний день минус 22, работаем уже целый 22, день, уже третий час дня, соответственно, уже четвертый час дня, соответственно, боеприпасы с 10 часов сначала 11 на холодах лежат. Но при этом все работает идеально вообще, я считаю. Не, ну это идеальная особь, что здесь, что здесь. То есть ну, добавить сейчас она нечего. Еще маленько к тому же... само устройство поработает чуть-чуть, обкатается. Ну, и к это... тому же это БК, для понимания. 32 ну, да, грамма. Да, конечно, что это бесконтейнерные боеприпасы. Но тем не менее, тут вообще что еще надо. Ну то есть ближе 35 метров не надо стрелять. То есть прям взорвет все что угодно. Ну, даже да. На 35, ну куда? Это ну, устройство 35 плюс, я бы сказал, 35-70. Ну а на пятерке в контейнере и на тройке еще кучнее. Ну, то есть это очень кучное устройство, друзья, поэтому да. Надо понимать, для чего его брать. СЛ-ка здесь она сделана именно для, больше даже для таких, почему она имеет конус 0,7. Эта система, она изначально рассчитана для тех людей, которые на суперлонгах стреляют вот именно 40-граммовыми боеприпасами, которым не нужны тугие конуса, там 0,9. То есть сейчас мы 40-граммовыми постреляем, покажем вам. Так, ну давайте. Однерочка Distance Shot, это 40 грамм Energy. И однерка от компании Glove Patron, тоже 40 грамм. Ну, то есть, вот как вы можете видеть, что устройство разработано вот именно под охоты такие, то есть гуси, уточки, то есть там, где нужно вот именно получить максимальную резкость боя с минимально необходимой плотностью покрытия пространственного стрелкового пространства, чтобы оно не перекучнило, чтобы оно работало вот именно комфортно в диапазонах охот, вот именно по гусям, вот такие вот целенаправленная такая линейка у нас, она не сделана, чтобы там, знаете, лишнюю кучность давать, она сделана так, чтобы работа была достаточно такая понятная для стрелка, ну и, соответственно, с необходимой долей концентрации. То есть, как вы сами видите, как бы и центр есть для того, чтобы вы могли достать гуся и до 60 метров, и при этом все четко, это у нас главпатрон. А Energy у нас стрельнул
91 дробина. Ну тоже же неплохо, я тебе скажу. Ну он опять же есть. Ну, есть центр, есть, да. Есть и периферия, центр, в принципе, нормальная. И везде накрыто, конечно, периферия. Тут ни один гусь нигде не зайдет. То есть все неплохо. И лишнюю кучность мы здесь не задавали, она нам была не нужна. Вот именно эти устройства, они Global Plus, они именно нами вот разрабатываются для того, чтобы именно вот охотиться по гусиным охотам. 35 метров, 35 грамм получается у нас. 0 в левую, 2-0 в правую. 0 в левую, 2-0 в правую. Давайте стрельнем. 40 грамм фетровский. Бесконтейнерные оба. Погнали. Ну, по большому счету, вот сами видите, что устройство именно настроено работать по таким предметам охоты. То есть по гусю, по уточке. Ну, основные даже моменты разработок, это вот была идея создания устройства, которое вот бы именно было направлено на гусиные охоты. Да, друзья, и что мы наблюдаем, опять же, подбором боеприпаса можно сделать как шире, так и кучнее. Конечно. Допустим, 0, вот видите, ну тут вот круг реально сантиметров 50, наверное, ну может быть 60, ну, 60 да, максимум. Да. То есть именно вот 75 дробин, а их всего 77. Вот это от патрон будет легко работать как на 50 метров, так и на 60, я думаю, 70 этим патроном дотягиваться можно. Да, если же надо... Этот, в принципе, нет, до 60, и этот можно, но сам факт, что с этим можно стрелять и на 20. Но это же 2-0, Саша. И 2-0. А почему нельзя? Мы же мышку не стреляем двумя зарядами. Не, ну само собой, да. А но ну, сама вот суть то, что... Достаточный уровень концентрации 100%. Нет, я про то, что здесь куча шире. То есть она и на 20 будет шире. Ну. То есть вы сможете и на коротке стрельнуть, и далеко дотянуться. Конечно. Но говорю, ну вот 50-70 метров. А давай на 50 стрельнем уже. Давай. Но вот этим же боеприпасом можно и стрельнуть. Ну, продолжаем. Получается 50 у нас метров, друзья. 0 в левую мишень и 2-0 в правую. Все, Феттер. Полтинничек. 40 грамм. Ну вот, как вы сами видите, ребят, настройка это 0, это 2-0. То есть надо понимать, что это 0. А их всего 77 в патроне. И это 2-0. То есть эта дробь достаточно крупная. И ею на мышку мы не охотимся. Это охотимся мы коза, даже можно косу любить такой дробью. И основная задача этого устройства для гусиных охот не давать больше, чем надо на центр. То есть вот, допустим, у нас гусек наш летит по центру, вот у него крылья, да, и мы должны его сбить. Вот здесь не должно быть больше, чем столько, сколько надо. Вот 5 есть и достаточно этого. Это 2-0, тут даже 2 дробины гусю в задницу прилетят. Конечно, да, он это одной упадет. И мухана. Суть в том... Зато остальная дробь, она работает на периферии. Вот я про это, да, и хотел сказать. Там суть в том, что здесь как бы в центре, может, и немного, но она здесь везде тоже одинаково. Вот давай вот так вот даже. Она вот, везде вот гуся, одинаково. Гуся рисуем. Вот он уходит. Вот он гусь. Уходит вот туша гусиная. Ну, под углом, к примеру. Ну, так да? Вот от вас уходит, да. Да. Все. Что тут с него останется? Нет, ну суть зачем в том, что... Зачем еще кучнее? Суть в том, что 56 дробин из 77, это практически 70% прилетело, то есть дроби.
И как бы, ну, возможно, ты сдернул еще что-нибудь, да? Потому что она явно тут нет, скорее всего, ты куда-то в сторону его увел. Не, я просто чуть правее стрельнул. Вот центр, может и чуть быть. Выше. Вот он. А, к примеру... Это край осыпи. Центр, вот он. Но сам факт, что край очень даже рабочий. Здесь так вообще весь лист накрыт, и это 2-0. Это 2-0. Да, самосы, то, что куда ни поставь, заяц. И это 50 там, метров. Нет, так суть то, что вот эти вот дробины, они полетят и на 70 метров, вот эти вот. Да, конечно. Вот, центр. Если так они же на полтинник, не так же само, никуда что, не делись. А так же само, как и вот эти вот прилетят на 70 метров. Но если они на полтинник никуда не делись. К сожалению, тут у нас лес нам не позволяет дальше стрельнуть 50 метров. Но мы это все перестреляем вам, ну и покажем. А, 22 градуса, друзья. Да, 22 да. градуса. Еще тоже надо понимать, да. Что температура, конечно. То есть тоже момент такой немаловажный. Немаловажный, конечно. Но, так, ну, продолжаем. Пока да, все очень красиво, круто. 6,2 фетр, но. 38 грамм и 8,5 фетр, 40 грамм. Ну, получается, вот 100% дроби здесь, 26 картечин, и 100% дроби здесь, 12 картечин. Ну, я идеально, считаю, что даже по картечи, как бы, устройство себя оправдывает. Но здесь надо понимать, что здесь конус-то всего 0,7, и он создан все-таки для узкопрофильных задач. Но мы его сейчас, короче, еще дорабатываем, все это обкатываем, смотрим. То есть еще будут, ну, соответствующие отстрелы, и на них мы уже это все будем дело детально смотреть. То есть пока вот все-таки хочется создать такое вот конкретно одно устройство для гуся. Гусятник такой. То есть, То есть оно должно и на коротке широко стрелять, или как? Какие задачи? Нет, задачи вот именно для гусиных охот. Человек, допустим, берет либо мид и суперлонг, либо шорт и лонг. Угу. И настраивает под свои конкретные узкопрофильные задачи по гусю. Вот в этом была вся фишка, вот идея разработки Global Plus. Поэтому сейчас пока смотрю, стреляю, ну, как бы вот это. Ну, в общем, друзья, это первое вот, там, то есть знакомство. Я это делаю за кадром, просто Саня говорит, давай вот на камеру. Да, то есть это, грубо говоря, знакомство ваше с линейкой Global Plus. То есть, как бы, чтобы вы, ну, понимали, что мы там делаем. Не просто так, что мы, когда запустили торнадо, продавали сколько-то, 4 месяца, да? А в это время было много работы у нас, и потом мы вам давай все выдавать, бам-бам-бам-бам. Да, да, да. И вы в шоке, как так, откуда? Это не просто так с неба упало, это все делало лассирание. И сейчас мы решили, чтобы вам не падать, как снег, да, на голову. Ну, заранее рассказывать то, что мы делаем, разрабатываем. Но пока... И история у нас такая, пока разрабатываем все, что-то еще Стас подумает, изменит. Но в целом, что я смотрю, да, именно по крупной дроби, по картечи на 50-40 метров, на 60, на 70 будешь легко дотягиваться без проблем. Ну, я вот и хотел создать линейку, которая будет давать максимум резкости при минимум кучности, чтобы она была просто минимально необходимая, ни больше, ни меньше. Ну да, слишком кучно не надо, потому что бывает на Hunter, на лонге от Hunter, да, в линейке Hunter, там у нас вообще кучка вот такая вот была, да, то есть, ну и 8,5 прям вообще сильно кучно, да, прилетело. Тут же уже шире, то есть там попасть уже проще. То есть и то же самое картечь, ну и дробью там номер один, либо ноль. Как бы процент у нас большой, но как-то шире все равно. То есть попадать проще. Ну ладно, что, закончим. Да, ну на этом данный ролик закончим, а прежде я скажу, если вы все-таки уже определились с выбором дульного устройства, вы можете пройти по ссылке в описании на магазин Чок-Чок. Там можно сразу сделать заказ, либо набрать Стасу, пообщаться, но определиться с выбором. Либо также оставлю свой, либо оставлю также свой рабочий номер. Звоните, пишите, можно и обсудить, и либо там заказ оформить, где удобно будет. То есть все, чтобы было вам удобно, друзья. Ну а подберем, что Стас, что я. Если вам надо больше именно теории про конусы, есть такие, да, люди, что там надо... Да, бусти. Да. Для доступа к Чок-Чок премиум переходим по ссылке в описании. Нажимаем на нее.
и переходим на наш платный канал на Boosty. Для доступа к видео нажимаем на кнопку регистрации или входа. Выбираем удобный способ войти через аккаунты предложенных площадок. Или по номеру телефона. Вводим свой номер и полученный смс-код подтверждения. Вводим любое имя и жмем «Завершить регистрацию». Теперь у вас есть аккаунт на Boosty, но видео пока недоступны. Для доступа к лекциям покупаем подписку. Нажимаем «Подписаться» и выбираем срок, на который хотим получить доступ к каналу. Нажимаем «Купить» и выбираем банковскую карту. Вводим данные, жмем «Оплатить» и подтверждаем платеж. Теперь вы можете смотреть наши обучающие ролики и еженедельно увеличивать свои знания и навыки. Там про конусы и так далее. Миша, подписывайтесь на Boosty, либо звоните Стасу, он вам это расскажет. Потому Миша, что я про все эти конусы рассказывать вам не буду. Я расскажу вам про то, как это работает. Как это вот устроено, это к Стасу. Поэтому, если нужна теория, то звоните Стасу. Ну, вот. Все, всем пока. Всем пока, скоро увидимся.